По одной из версий, традиция окунаться в прорубь пришла к нам от древних скифов. Они погружали младенцев в воду, когда христианства еще и в помине не было. Да и массовое купание в Иорданях, которые прорубают в ночь на крещение, не истинно церковная традиция. Это народный обряд, по мнению многих священнослужителей, лишен духовного смысла. Тем не менее, согласно религиозным догмам, в ночь крещения любая вода становится святой. Многие верят, что окунувшись в прорубь, можно очиститься от грехов. Купаются в Иорданях и люди, далекие от религии, считая, что таким образом поправляют здоровье. Но каковы бы ни были причины, которые заставляют людей отправляться ночью в мороз и искупаться в ледяной проруби, специальное место для них готовят каждый год. Будет организовано с 18 на 19 января с 10 вечера до 3 часов утра на пруду Боровом. В это время там будет организована купальня, будут обязательно дежурить спасатели, которые будут помогать купающимся. Будет, конечно, постмилиция, неотложная помощь медицинская. Иордань будут готовить 18 января. Дно обследуют водолазы. Специалисты обустроят места для переодевания. Пруд Боровой – это единственное место в городе, где организуют дежурство спасателей и медиков. Администрация города Сарова предупреждает, что купание людей в необорудованных местах для этого опасно для жизни, здоровья. И мы настоятельно рекомендуем этого не делать. 18 числа будет прочищена дорога на Серебряные ключи. То есть там тоже будет организован пост милиции для соблюдения правил дорожного движения. Поэтому там тоже можно прийти и налить воду. В этом году во время купания будут следить за соблюдением социальной дистанции. Всем, кто пожелает прийти окунуться, обязательно быть в маске. Но несмотря на все меры предосторожности, риск заразиться коронавирусом все-таки будет. Обычно окунуться в прорубь приходит около 300 горожан. И каждому из тех, кто решит посетить купание в этом году, стоит взвесить все риски и принять обдуманное решение. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.